Так, ребятушки, я Никита из Китая, мне написали, вторая такая вот у меня была положительная переписочка, говорит, мы хотим вам отправить кое-что интересное, а именно наушнички. Пожалуйста, сделайте обзорчик, ну и т.д. и т.п. Вышлите свои там данные, я выслал и думал, ну, не придет, потому что было не раз уже такое, а тут раз и пришло, опять-таки, до этого часы приходили. Вот такая вот посылочка, я почему-то думал, что какие-то маленькие наушнички, но они не маленькие, они прям реально не маленькие. Такая здоровая какая-то коробушечка, сейчас мы с вами их распечатаем, посмотрим, что к чему. О, прям коробочка шикарная выглядит, по крайней мере. Что ж там? Упаковали. Хорошо. Вот какие они, а? У меня как бы никогда ничего подобного не было. Называется Пикун F6. Так, Пикун F6. Значит, что мы здесь с вами видим? Да ничего не видим. Ничего такого не видим. Вот здесь все расцветочки, какие, видать, есть, да? Расцветок 1, 2, 3, 4, 5, 5 расцветок. Какие мне пришли, я не знаю. Сразу вам говорю, что не знаю, поэтому давайте вскроем. Даже, знаете, вот жалко это зацепить где-нибудь, что-нибудь не так аккуратненько, чтобы вскрыть хочется. Раз. Так. По-честному сказать, тут даже коробочка сама, смотрите, как красотища просто. Вот с этой стороны лицевая сторона, снизу показаны сколько цветов. Значит, раз, два, три, четыре, пять, видать, данных наушников. Пять цветов у нас. Что у нас здесь еще? С этой стороны у нас ничего не видно. Ну, зависит только то, что где это сделано, как это сделано. Здесь ничего, и здесь ничего, и здесь ничего. Здесь какие-то значочки тоже стоят. Ну, все на китайском, непонятно, что тут есть. Каких-то либо обозначений, ничего нет. Ну, давайте посмотрим, что ж внутри-то там у нас. А, внутри. Ах ты. Раз. Ух, ничего себе, слушайте. Еще и коробочка тут такая, чехольчик. Сами как бы часики-то, ой, часики, говорю. Сами наушники крутые по себе, коробочка вернее, да. А тут еще вот такая, вот такой чехольчик. Прям реально, смотрите, чехольчик. Чехольчик клевенький. Ну-ка, открываем. Открываем с вами. Чехольчик под цвет наушников. Сами наушнички наши. О! Посмотрите-ка, чего. Наушнички сами. Дальше. Ну, макулатурка. Естественно, русского языка здесь немая. Но, тем не менее, это у нас чего тут? Так, давайте посмотрим. Так, это у нас переходничок вот такой. Смотрите, раз. Дальше провод на, смотрите, проводочек на 3,5 джек. Здесь вот он, я так понимаю, это стерео, это моно, или как они тут определяется, даже не знаю, ну не суть, короче, ладно. И еще один, это USB Type-C, но это уже зарядочка, зарядочка. Другими словами, этот можно подключать будет к компьютеру, даже не по Bluetooth, а просто так, а вообще они Bluetooth, вообще они Bluetooth. Здесь у нас, смотрим, вот off-on, вот, пожалуйста, это громкость, а это что-то какая-то штука, не знаю. Здесь еще что-то 3D написано, короче, какая-то. Блин, вот это вот тема такая прикольная, слушайте. Мягенькая такая прям. Здесь еще какие-то вот штучки, смотрите. Вот сеточки какие-то. Ну, пока не знаю, что это такое. Выглядит, конечно, все прям реально клево. Вот это вот кожзам такой прям приятный. Знаете, ну, я сейчас уже их одевал, на паузу ставил. Блин, клево. Прям реально сделано, они просто супер. Просто супер. Ну, теперь пойду на улицу смотреть, что да как. Делиться с вами впечатлениями от звука и всего остального.
Так, ребяточки, ну, походил я в них, немножечко послушал. Вот сейчас вы видите, как они сидят на голове. Неплохо сидят, хочу сказать. У меня так вообще вот это все-таки кожзам. Прям очень приятно и хорошо, что он кожзам. Я шел, тепло, потел, короче, и ничего это не промокает. Все хорошо. Все, вот сейчас сухонько, все нормально. Не знаю, пластик, конечно, хорошенький, но как долго он будет держаться, это же краска, наверное, все послезет. Ну, возможно, возможно, нет. Ладно, давайте пройдемся по кнопочкам. Что у нас, значит, здесь есть, а потом я вам покажу, как его подключать. Так, здесь у нас, значит, микрофон, здесь у нас датчик включения-выключения, это джек USB, вернее, джек 3.5, подключение к компьютеру или к телефону. Прекрасно работает, даже если они у вас разрядятся, через джек подключаете. Получается, вот это у нас подключается вот с таким пином, трехпиновый, к самим наушникам, четырехпиновый уже к смартфону. В моем случае у меня через переходник USB Type-C на джек 3.5. Здесь, видите, есть и кнопочка, и микрофон. Кнопочка «Принять вызов» или «Завершить вызов». С компьютером, вот у меня ноутбук, прекрасно подключился и сработал хорошо. Звук отлично идет вообще. Далее, что у нас здесь? Зарядка USB Type-C. Здесь у нас включение-выключение. Здесь громкость плюс прибавить, громкость минус убавить. И также это работает на переключение треков. А здесь шумодав или наоборот включить внешний звук слушать, либо отключить его совсем. И тут же датчик, индикатор этого включения-отключения. Здесь 3D. Звук 3D. Это точно так же, как у Samsung. Вот, допустим, у наушников Samsung у меня два Buds Pro. Значит, на них как? Это вы наушнички надели. Здесь у вас будет, допустим, телефон. И когда вы головой вертитесь, у вас получается, как будто бы вы прям все слышите. У вас в одном затихает, которое ухо отвернулось, да, в другом прибавляется наоборот. Вот так, короче. Ну, прикольное такое. Особо не практичное, я думаю, но так как фишечка, интересная вещь. Здесь вот как раз-таки это микрофоны, которые ловят внешний звук. Внешний звук. Я в них разговаривал по телефону, мне и меня хорошо слышно, хорошо, вполне хорошо слышно. Ну и думаю, что это из-за того, что они все-таки большие, микрофон вот где находится, как раз-таки это у меня левый, да, это левый наушник, он впереди, видите, микрофон. И почти на щеке, на самый, как бы из-за этого, наверное, хорошо слышно, лучше даже, чем Galaxy Buds 2. Так, ну, давайте теперь перейдем к подключению. Как они подключаются? Нажали off, вот, загорелся. Видите, они еще говорят, там он. Дальше, что нам с вами нужно? Так не запустится, если не подключен сначала к Bluetooth. Идем, значит, в Bluetooth. Сведения. Так, в моем случае я нахожу, где они у меня, наушнички. Вот они у меня появились. Picon F6. Я на них нажимаю, соглашаюсь к соединению. Все, видите, соединились. Могу сразу звук прибавить, но этого делать не буду. Теперь запускаю приложение Config и далее Connect. Видите, они меня сразу отправляют сюда, но я-то уже подключился, и вот у меня сеттинг. Все, они у меня подключились. Вначале у вас попросят, чтобы вы зарегистрировались. Я зарегистрировался по номеру телефона. Наверное, я вам это покажу. Так, я сбросил приложение, отключил часы, вернее, наушники от Bluetooth. Видите, у меня мигают, сейчас они не подключены, говорят об этом. Далее, вот здесь я выбираю, что есть английский и китайский язык. Переключаюсь на английский и выбираю Mobile Quick Login. Здесь, значит, регистрация по номеру телефона. Ищу свою родную Россию. Где она у меня? Россия моя родная.
Вот моя Россия, набираю, ввожу номер телефона. Нажимаю get код. Код приходит и приходит через Viber. Вот он у меня пришел, 5956. Пишу 5956, здесь ставлю галочку и нажимаю логин. Все, я попадаю как раз таки в меню. Теперь я уже иду Bluetooth. Здесь нахожу свое устройство, либо как вы здесь могу вот сразу так сделать, найти девайс, разрешить. Вот он мой F6. Показывает там, что как сделать. На английском, естественно, все. Вот он у меня начинает искать. И, естественно, так он у меня его не найдет. Почему? Потому что у меня Bluetooth не подключен. Add device. Все, вот он у меня есть, но он у меня никак не светится. Видите? Connect. Теперь он у меня просит его подключить. Я его ищу. Вот он у меня. Пикап. Но лучше сразу подключить, короче, и не париться. Все. Теперь мы с вами подключились. Вот у меня загорелось сеттинг. Готово. Дальше. Здесь вот у нас вот такая вот рисуночек такой появляется. Можно включение, выключение. Переключение треков тоже. Громкость гуляет. Так. Что еще у нас из интересного здесь? Вот смотрите, теперь я возьму свое отличнейшее перо, и мы с вами пройдемся. Видите, сейчас уже датчик не меняется. Теперь вот эта кнопка переключения режимов, видите, сейчас показано включен режим. Какой? Переходим вот сюда, и мы с вами смотрим. Режим девайс адаптивный. Если мы его нажимаем, у нас адаптация, он автоматически настраивается, и мы слышим внешние звуки. Вот это у нас, значит, сейчас мы с вами переведем это слово. Опс, заиграл. Заиграл, родимый, заиграл, заиграл. Отключаем вот так. Все. И смотрим, что у нас предлагает. Здесь, видите, написано. Адаптивный, здесь, значит, у нас высокий уровень слышимости, середина и низкий. Но хочу сказать, что не очень хорошо слышно вообще на самом деле внешние звуки, даже вот на самом адаптивном или высоком. Следующая кнопка, он переключается, и здесь, видите, написано у нас прозрачность, прозрачный режим. Здесь у нас написано шум. Отмена шума, а здесь нормальный, просто слышим, короче. Вот так его включили, и совсем, видите, кнопочка не горит. Включили первый режим, загорелось, потом второй, ну и третий. Вот так. Выходим отсюда, идем в сеттинг. Здесь у нас, значит, что есть? Имя, устройство, как его назвать можно сделать здесь. Так, изменить имя. Дальше. Справка, помощь и обратная связь. Здесь у нас. Здесь у нас, значит, что? Описание продукта. Дальше настройка наушников. Вот она. Здесь настройка наушников. Смотрим. Здесь, значит, деактивация устройства, очистка записи сопряжения. Вот это вот вторая очистка записи сопряжения. А здесь восстановить заводские настройки. Следующее, значит, это мы с вами смотрели. Здесь переключение голоса моих часов, главное, написано почему-то. Вот так, значит. Это даже я не знаю, что такое, но что-то есть. Надо вникать. Дальше смотрим. Переключение голоса, какой он будет вам говорить, английский или китайский. Дальше здесь. Пространственные звуковые эффекты можно включить или отключить. Здесь у нас дальше. Пространственно-звуковая калибровочка можно включить. И здесь у нас отслеживание головы. Это вот как раз-таки эффект, по-моему, 3D. Ну-ка. Нет, это просто отслеживание головы.
А также есть у нас и эффект 3D. Далее здесь у нас, значит, что? Эквалайзер, пожалуйста, с предустановочками. Можно сделать свою, пожалуйста, если вы хотите. Ну и... А здесь поиск наушников, кстати сказать-то. Но карту не открывает. Но вот если вы их потеряли, включаете, вот такой звук идет. Допустим, найти их надо. Не очень громко, но хочу сказать, что слышно. Я думаю, что на расстоянии там ходить можно будет по-любому услышать. Вот такая интересная штучка. Прикольно сделано. Как бы за это респект. Ну, здесь вы видите, зарядочка, да? Так, вот что это у нас такое? Давайте посмотрим. Режим низкой задержки. Это какой-то режим низкой задержки. Включается. Но в итоге, что хочу сказать. Наушники, по крайней мере, на мой первый взгляд, достаточно хорошие. Достаточно хорошие. Сейчас вы видите, сколько они стоят. Если вам интересно, проходите по ссылочке в описании видео. Ну, естественно, покупайте данный продукт. Ну, и радуйтесь. Вы были на канале СВ, где о смарт-часах и редко о других носимых устройствах. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Всего доброго. Пока.